Один доброволец из зала, пожалуйста, выходите, любой человек, любой. Так, мне еще, можно мне еще бумажку чистую, какой-нибудь фломастер или ручку, что-то подобное? Что тебе нужно будет сделать? Тебе нужно будет вытянуть одну карту, мне ее не показывать. Но для того, чтобы все было честно, я попрошу написать, ну, там, цифру или значение карты сюда. Любую. Все, выбирается любая карта. Вот эта карта. Здесь, да, зафиксировали. Пишем, ну, описываем эту карту, рисуночек делаем, зарисовочку. Думай об этой карте. И смотри на меня. Да, можешь смотреть на меня? Так, это цифра. Где-то посередине от 2 до 10. Это шестерка. Дальше. Смотри внимательно. Она красная. И это бубен. 6 бубен. Это 6 бубен. Итак, смотрим правильный ответ. Вы видели? Нужно будет вытянуть одну карту. Маша, пони его! Можешь показать эту карту всем, чтобы все запомнили? Вот это классная карта. Да-да-да. Все есть, все увидели. Клади обратно. Мы немного перемешаем колоду. Ради бога. Маленько. Да. И как самое... ты видишь, что ты снимаешь? А все видели то, что он скинул три карты сейчас мне в карман? Да. Смотри, это твоя карта? Нет. Нет, это будет карта-индикатор. Можешь держать ее только крепко, пожалуйста, вот так вот, горизонтально. Все смотрят внимательно. Вот эта карта? Нет. Ну вот эта? Нет. Нет? А какая была карта? А сказать? Да. Покажи вот эту всем. Вот эту? Лучший! Лучший!